Рядом со мной Ершова Татьяна, психологический дизайнер. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы сегодня с подарками, что у вас в руках, расскажите. И я знаю, вы также от Елены Белоусовой сегодня. Да, верно, я от Елены Белоус, и эти подарочки прекрасны. Это серьги с натуральными камнями от Елены Белоус. Она лично просила передать и благодарит за такой прекрасный вечер. Она сейчас на трансформационных играх, и, к сожалению, она не сможет сегодня прийти. Вот. А так эти подарки будут вручены людям. А кому именно? Это вот какой-то розыгрыш будет? Да, участникам, то, что сегодня будут петь. А как вы будете выбирать? Или это всем такие подарочки? Ну, это как всем, да, 10 участников, 10 подарков. Вот. А также я психологический дизайнер, рисую эмоции людей и, в принципе, портреты. Что у вас поменялось с последней пиар-вечеринки за лето? Что новое произошло? Новое произошло, я стала рисовать маслами. Да. Масляными красками, обычными красками стала рисовать такие обычные портреты. Не только как на компьютере. Может быть, у вас учеников стало больше? Вот сейчас к осени востребованность больше? К сожалению, пока что нет, я еще сама учусь только, поэтому можете сказать, что я ученик. Также я поступила на высшее образование психологическое. Вот. В университет вы хотите на психолога окончить? Да, психологическая социальная педагогика. Какие у вас пожелания всем тем, кто сегодня здесь собрался, кто выступит на сцене, кто сидит просто в зрительном зале, поддерживает? Ну, я, как всегда скажу, это надо верить сердцу и голове, так что. А так все будет хорошо, будет еще лучше. Все, всем пока. Спасибо.